Друзья, привет! Сегодня у нас на обзоре та модель, которую я порекомендовал купить своей сестре, и она уже ей не нарадуется целый год. Сегодня та машина, которая рвет рейтинги в сегменте гибридных хэтчбеков. Nissan Note E-Power. Эта машина очень популярна в Японии и в России. В чем же секрет ее популярности? В чем ее соль? Сегодня серия про эту машину. Быстренько разберемся, почему она взорвала все рейтинги. Поехали! Nissan Note E-Power появился в рестайлинге второго поколения с ноября 2016 года. Мы очень ждали проходимости этой модели, и как только они стали проходными по месяцам, эта машина просто начала набирать популярность, просто как снежный ком. В подкрепление ее лидерства могу привести статистику по продажам в Японии 2018 года. Nissan впервые за 30 лет, благодаря гибридному Nissan Note E-Power, вырвались в лидеры. Они продали 136 тысяч экземпляров этой модели. На втором месте была Aqua. 125 тысяч продаж. И на третьем месте Nissan Sirena, 115 тысяч продаж. В общем, эта машина завоевала сердечки японцев и россиян. И еще завоевывает, потому что появилась ВДовая версия на полном приводе. Как только она станет проходной, это бам, сразу эта ракета улетит в космос. Ребята, давайте по частям разберем, в чем соль этой машины. Первое – это внешность. Внешность – понятие субъективное. Кому-то блондинки, кому-то брюнетки, кому-то рыженькие. Машина, в принципе, отвечает всем требованиям автолюбителей, которые присматриваются на сегмент хэтчей. За внешность Nissan Note выбирает в основном его девчата, потому что мужчины смотрят, какой расход, технические характеристики, там мощность гибридной установки, там как он запускается зимой. Девчата просто, он мне нравится, а он еще и гибридный, а ну да, заверните мне. То есть им говоришь, да вы знаете, там последовательный гибрид, они, что? Красивая машина, особенно дайте мне рыженькую, которую, там у них есть цвет ниссановский фирменный. В общем, эта машина очень разноцветная, и девчата ее выбирают за внешность. Мужики более спокойно, они смотрят на другие фишки этой тачки. Вот, поэтому внешность, в принципе, обычная, но для кого-то это прям номер один в выборе этой модели, и они, она мне нравится, берем. Если вы хотите, ну, самый модный нот, есть комплектации медалист. У них другая решетка, другой передний бампер. Если вы хотите еще больше визуала себе красивого, то есть такие комплектации, как Nismo. Там у нас появляются, ну, бампер, колеса, пороги. У нас другая отделка салона идет. В общем, эта машина превращается в спортивный хэтчбэк еще и на гибриде. Но это все стоит денег, поэтому будьте готовы раскошелиться за то, что у вас будет эксклюзивный Note E-Power. По большей части в Владивостоке ездят вот такие обычные Nissan Note, но есть любители, и в Владивостоке все-таки я встречал Nismo. Это дорого, но очень красиво. Ребята, здоровенный вот такой кристалл соли, это техническая часть этой машины. Мы много на обзорах говорили про нее, у нас эта машина очень часто на YouTube была, внизу будут ссылочки на всякие разные ролики, где участвовали Nissan Note E-Power. Итак, смотрите, чем выделяется эта тачка, то, что у нее последовательный гибрид. Кто еще не знаком с этим автомобилем, последовательный гибрид, это когда у вас бензиновый мотор, как генератор, вырабатывает энергию, переводит ее в батарею, и батарея ее отдает на электромотор, а электромотор через привода отдает ее в колеса. То есть последовательно энергия бежит среди этих агрегатов. У Toyota, допустим, либо там у Honda и у других гибридных автомобилей других брендов, где технология не E-Power, она параллельная. То есть там электромотор работает в паре с бензиновым ДВС, и они в паре крутят
колес. Итак, что нам дает технология последовательного гибрида? Смотрите, у нас крутящего момента 254 ньютона-метра. Для сравнения, у Леворга 1.6 турбо, который тебе дает турбо, ну, мне нравится, как он едет. У него 250 крутящего. Представляете, здесь 254. Здесь еще и крутящий электромотор без всяких задержек. Вот, в общем, машина с моторчиком 1.2 на 79 лошадей дает просто чудесные результаты именно в цифрах. Гибридная установка здесь мощностью 80 кВт. Это такая же мощность, как и в Nissan Leaf, в электромобиле от Nissan. Для сравнения, в Prius 30 кузове мощность гибридной установки 60 кВт. Nissan Note E-Power – это маленькая электростанция у вас во дворе либо в вашем гараже. Какая трансмиссия стоит в Note E-Power? Одноступенчатый редуктор, который нам знаком также по Nissan Leaf электрокару. То есть, первое, что мы от него получаем? Мы получаем минимальную потерю КПД от электромотора. Мы не теряем крутящий. В общем, эта машина, я забегу вперед, у нее очень крутая динамика. Круче в своем сегменте просто никого нету. Она обгоняет всех. Доказано на нашем YouTube-канале уже несколько раз. Вот, а одноступенчатый редуктор дает нам что? Ну, там КПД, все это понятно, но еще и дает надежность. В этом агрегате нечему ломаться. Меняешь каждые 30-40 тысяч жидкость, все. Друзья, какая еще соль в плане технической части Nissan Note E-Power? Хочу отметить, что стоимость ТО всего лишь 4000 рублей. Это замена масла и 3 фильтра. Все. В остальном эта машина не требует себе внимания. Жидкость в редукторе вы меняете раз 30-40 тысяч. То есть это очень-очень редко. Поэтому эта машина вас не разорит на ТО. Что по клиренсу? Всего лишь 13 сантиметров. Но 13 сантиметров на короткой базе вам дают хорошую проходимость. И эти машины я часто вижу у нас на приморских пляжах, на тех местах, где я на своем седане не проеду никогда. Как бы я там не выкручивал рули, для меня эти зоны недоступны. Эти машины пролазят очень много куда, поэтому кто-то ставит на нее проставки и вообще использует чуть ли не как джип. В общем, клиренса хватает. В 2018 году появилась полноприводная версия Note E-Power. Она реализована электромотором, который крутит заднюю ось. Он всего лишь на 15 ньютон-метров крутящего включается с кнопки салона. Друзья, техническая часть Nissan Note E-Power – это здоровенный кристалл соли, который подкупает автолюбителей и заставляет обратить внимание на эту модель при выборе нового себе автомобиля, либо второго в семью, потому что здесь надежные агрегаты, здесь обслуживание стоит недорого и здесь очень много динамики. Но у этой машины еще есть фишки. Пойдем дальше. Ребята, салончик Nissan Note. В принципе, ничего необычного для хэтчбеков. У нас дешевенький пластик, но он сделан вот здесь, вот немного там полированного добавили. В салоне что могу отметить? Они играются разной отделкой, разной цветовой отделкой. То есть у нас сиденье не просто черное, есть вот такие белые вставки, есть еще разные комбинации, разные строчки. Кто-то смотрит, и для кого-то это важно. Мне это вообще не важно. Еще хочу выделить селектор. Он сделан как на Nissan Leaf. Ну, это джойстик. Руль с Геттера 36-го. И интересная приборка, которая нам дает всю информацию по автомобилю. Мне нравится, как тут все отрисовано, как все сделано. Показывает, что происходит у вас с автомобилем. В общем, приятный белый свет. Да и, в принципе, все. Здесь по салону еще хочу отметить то, что высокая крыша. И у нас есть довольно-таки крупный, высокий парень Илья Солушкин, менеджер. Он садится сюда, и он не задевает головой. Он выше меня, и он не задевает головой потолок. То есть, если вы крупно габаритный дядя, и вам нравится Nissan Note E-Power, вам нравится технология этой машины, в салоне вы себя не будете чувствовать вот так вот прижатым.
здесь будете себя чувствовать более-менее комфортно. Подлокотника нету, поэтому, в общем, не забываем. Все-таки вся фишка здесь в основном под капотом. В салоне вы не, даже в комплектациях Medalist, даже в комплектациях Nismo, вы здесь не найдете там шикарный подлокотник, какие-то опции, кожу на панели и прочее. Все-таки это масс-маркет. Пойдем смотреть багажник. Соль этой машины еще и в багажнике. Он большой и очень функциональный. Давайте посмотрим. Смотрите, у нас первое, что хочу отметить, у нас ровный пол здесь делается. Вот, смотрите. Но спать можно с матрасиком. Потом, смотрите, у нас вот эта штука вытаскивается. И у нас появляется очень удобная ниша, куда можно спрятать что-то, какие-то стулья. Ну, колен сюда не спрячешь. Ну, в общем, найдете что. В моей машине точно всегда багажник забит, и поэтому мне вообще нравятся подобные вещи. Смотрите, поднимаем еще одну крышку, и там мы видим аккум здесь 12-вольтовый. Кстати, запомните, где он находится, но клеммы выведены вперед, то есть там, если у вас села машина, вы подкурите ее из-под капота. Вот, гель-компрессор, запасного колеса нету, батарея, вообще расположение батарей и равно расположение ниш в багажнике сделано, по-моему, очень удачно. Они спрятали литиевую батарею под переднее сиденье. Чтобы до нее добраться, ну, если вам до нее нужно добраться, я не знаю, что может произойти с батареей. Она, кстати, литионная, она не требует обслуживания, как, допустим, на Приусе 30, у которого все-таки нужно чистить медные контакты, если вы живете возле воды, допустим, это Владивосток. Батарея находится под сиденьями водителя и переднего пассажира, равно батарея не забирает место у багажника. Это так круто! В чем соль езды на этой машине? Вы всегда чувствуете запас по электротяге, нету, допустим, как у Toyota, Toyota Aqua, без разницы, что мой Lexus на 3.5 моторе, 142 кВт гибридная установка, вроде бы очень мощный, но вначале у тебя всегда есть этот тойотовский лак. Здесь его нету, что на Honda его нету, что на Nissan Note E-Power. Очень много электротяги, как на Leaf, на электрокаре. Это плюс, это очень большой плюс. Расход на Nissan Note E-Power по городу 5 литров, по трассе 4 литра. Это реальный расход в России по нашим городам. И даже в Владивостоке люди получают такое 5,5 они получают, потому что вот сейчас мы поедем в Сопочку вот такую. Вот, сразу же есть тяга. И это мотор 1.2, всякие Приусы 30, он всех обгоняет. Когда ты купил Nissan Note E-Power, ты сразу же становишься стрит-рейсером автоматически. Что ты можешь прыгнуть где-то прям без напряга. Очень круто. Соль этой тачки – динамика. В чем соль Nissan Note E-Power? Собираем все в кучу. Первое – это современный стильный хэтчбэк. Второе – техническая часть. Она тоже современная, очень много электричества, динамика, надежность, стоимость ТО недорогое. В общем, мечта россиянина, быстро едет, не требует себя вложений и очень надежно. Салон тоже бывает разнообразный, но салон маленький, кристаллик соль, но все-таки все равно он современный, особенно приборка и особенно мне нравятся ковши, в которых ты сидишь. Багажник функциональный, ровный пол, расход всего лишь 5 литров, по трассе еще меньше. Эта тачка ликвидна, потому что очень высокий спрос, как привезти с аукциона, так и в России. Эти машины не застаиваются и они не теряют в цене. Это биткоин на колесах. Друзья, если я что-то забыл, если вы реальный пользователь Nissan Note, и у вас есть, допустим, ложка дегтя про эту модель, либо я что-то просто забыл, или я что-то не знаю про эту машину, и вы как реальный пользователь ее год, два, три, может быть, вы ездите на этой модели, и знаете что-то про нее еще, в чем ее соль, буду ждать вас внизу. Лайк, подписка, пока.
Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.